Точно. Значит, здесь у нас разбавитель. Кисточку там не моем, не промакиваем, только берем влагу для разжижения. Взяла влагу, взяла белильце, сделала сметанный замес. И первое, что мы сделаем, это вот вялую голубую цветовую кинем на весь пол. Деликатненько выштрихуем весь пол. Добираем вещества и избавляемся от белого. Полностью, только голубой. Только голубой, короткий настойчивый штрих, лежачий к холсту кистью, сделаем. После этого ты возьмешь мастихин, и все, что ты уложила, особенно в небе, придавишь вот так мастихина. Если будет что придавить, как сейчас ты видишь, значит количество краски хорошее, когда будет что придавить. Давай так. Тряпочка в левой лапке. Значит, все, что ты положила, еще раз пройтись с веществом. Вещества должно быть столько, чтобы мочь придавить. Нечего придавить. Видишь, нечего. Вещества положить столько, чтобы мастихину было что придавить. Ну и не так темно. Совсем бледно. Бледно. У тебя очень бледненькая картинка в небе. Поэтому уложить вот эту бледнятину. И положить краски столько, чтобы мастихину было что придавить. Вот так. Хорошо? Не сухомятка и не пустота. Уже готово. Хорошо. Молодец. Нет, непонятное чудное ты делала. Надо, чтобы все-таки это было распределено. Сейчас пару кубиков белил подброшу. Все-таки, чтобы это была не пятнистая среда, а мягкая, растянутая. Книзу чуть более светлая, распределенная, расштрихованная. Тогда твоя расштриховочка сделает идеальную среду. Значит, лишнюю краску теперь сдашь сюда. Мерцательную, идеальную среду, как и прилично небо. Смотри. Плашмя мастихином. Ты вот, наверное, делала вот так? Да. Вот так. Лежачий плашмя мастихин расштрихует. Просто расштрихует. И у тебя появится небочко с плотностью неба, вот с этой плотностью, с мерцательностью неба в разных направлениях, да? Давай так. То есть сначала кистью расштриховать, потом вытер, раздавил. И внизу замутил. Оно? Берем плюс желтый. И делаем яркий выпуль. Делаем его здесь, потому что архитектура у нас съест эту часть. Ты сейчас пробуешь даже здесь, для того, чтобы ощутить, ощупать, освоить. Плюс вот этот выход желтого. И тоже раздавлено. Плюс белый. На желтый положишь белый. Все вместе. Сработали красиво. Плюс розовый, голубой, бледно, который несколько перекроет. Очень закатно все это. Перекроет. А ну, давай. Сначала отступим
А потом уже деликатненько наедем сюда. Хорошо? То есть сначала отступишь. Давай. С тебя небо. Значит, переборщина. Вдали не видны мелкие камни. Вот смотри, не видны. То есть все это мелко, рябо. Не хватает мглистости внутреннего пятна, добавить. Тоже вот как-то ты не позаботился, не подготовилась. Пустое пятно. Глухое, пустое, потемнее. Вдоль края, чтобы он отделился, можно дать светлятинку. И даже где-то, может быть, вонзить светлятинку в щели между камней. Где-то вот расселину камня сделать. Одинаковый ход. Там есть крупный камень, есть мелкие. Крупные есть и есть мелкие. Чем дальше, тем менее различимы мелкие камни. Зелененький запустим. Дозапустишь. Крупные камни чуть-чуть подштриховывай в тени, вот так, вот прямо плоскость эту показать, плоскость, ну здесь попыталась показать, хорошо, прямо раздавленную краску, а плоскость освещенную уже уложишь, да, оно? По направлению, собственно, плоскости. По направлению плоскости. Причем освещенную можно густо, не освещенную не так густо. Немножко каких-то мусорных темнятин. Щели вот эти. Возьмешь кисть, возьмешь темнотик какой-нибудь, щель амбразурки, щели. Смотри, я как бы веду линии, тяну вернее, не провожу, а тяну. Тяну. Но когда я эти все линии прочертил, то есть немножко почертишь, их же и перебьешь. Как бы укладывая рядом с линией, а оно съест немножко саму линию. То есть намеки останутся.
выгодный ход. Так, зеленый кусть яйчина я тебе подложу, чтобы она там. Там есть вот этот кустик, который явно хотел продолжаться. То есть сделаем вот этот. Поломанный верх. И немножечко увеличим кустик. Сделаем его несколько висячим. Что тоже весело, правда? Да. Он как бы черный каркас картины будет. Ну, темный каркас картины будет держать. Ему будут вторить немножечко вот эти места. Ему будут вторить немножечко щели. Да? Вот такой темный каркас картины. Давай. Как бы вот так, хламнично. Не пытайся все рисовать. Только одну башенку с его ходом обозначить серьезно. Все остальное как упало. Ощущение, что мы с натуры. Прямо вот есть воздух. Да, живо, живо, вообще красота. Да. Так. Архитектурка просто идеальная здесь. Сделаем вид, что здесь идет к ней тропинка. Тропинки очень хорошо удаляют перспективу. Ну ничего, ничего. Угу, тропиночка. То она терялась, то она появилась. Да, змейка сразу выдает, что мы рисовали. Для разнообразия. Ну, тем более, что она там есть. А тоже вот это вот наглеца озвучит, правда? Видно, что художник очень торопился идти кофе пить. Но прикольно. Хорошо. Вот там этого нет. Но макушки очень часто белесые. Вот эти вот уходы очень часто белесые. И художники пользуются случаем, даже если этого нет, подсунуть такую заморочку. Ты видишь, эта заморочка очень умненько и вкусненько легла, правда? Вот эта вот седина, уходящая на бугор. Чуть-чуть не хватило здесь светлости. Хорошо, да, стало сразу? Ну, не хватило контрастности. Тоже где-нибудь подсунем контрастность. Даже особенно не объясняясь, что там происходит. Периферия картины можно даже и не объясниться. Thank you.
можно густотой шлепнуть, поскольку нам нужен этот угол. Нужен этот угол, чтобы он прозвучал. Можно даже вот такой густотой. Прикольно? Но там нету и близко такого. А смотри, как он. Аж прямо взять и. О! Какие. Чуть-чуть там содержание подсунем. Геометричность. Темнота как бы ручейком спустилась, да? Есть такое вот звучание. То есть каркас темного, да, чуть-чуть как бы ручейком спустился, 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 и он уже часть каркаса, темного каркаса картины. То есть есть как бы светлый каркас картины, есть темный. И вот свет на макушке, да? То есть что плоскость и такое имеет звучание, и ширина. Так. Ой, как хорошо. Травяно. Так? А, мы же еще этим не поставили. Ну, вообще, с камнем, конечно, милое дело работает. Мастихин обожает камень обожает мастихин. Вот это что-то ты проигнорировал. Не, это же не человечка. Камень, какие-то качалки. А, и человечки, да? Качалки и человечки. Мы человечка еще не будем. И камни чуть-чуть. Все, это дадим. Чуть-чуть обострили. Хорошо, руинно.